вот что это за функция такая? P-IRIS. То есть, что, в чем отличие вот этой функции от обычной автодиафрагмы? В отличие от обычной автодиафрагмы, поддерживаемой камерами WiseNet-3, функция P-IRIS позволяет более эффективно управлять глубиной резкости на изображении от камеры. Если камеры с обычными автодиафрагмами управляют открытием диафрагмы исключительно ориентируясь на уровень освещенности наблюдаемой сцены, камеры, оснащенные функцией P-IRIS, получая от объектива данные о уровне открытия диафрагмы в настоящее время, также оценивают глубину резкости на изображение и подстраивают открытие диафрагмы таким образом, чтобы в зоне резкости оказалось максимальное количество объектов, находящихся в поле их зрения. На практике это означает, что если в камере расположены объекты, находящиеся от нее на расстоянии 2-3 метров, и камера смотрит при этом на большое помещение или коридор, где есть и объекты удаленные, ей удается удерживать в фокусе объекты, находящиеся и вблизи, и вдали. Камера же, оснащенная автодиафрагмой, может быть настроена либо на отображение удаленных объектов, либо на отображение близко расположенных не объектов, так как в условиях слабого освещения она будет стараться полностью открыть диафрагму, и глубина резкости будет небольшой, она позволит эффективно отображать либо близко расположенные, либо далеко расположенные объекты.